Мур, привет, друг, это Зверько, а ты смотришь новый новостной выпуск обновления 1.4.0.2. Итак, реворкнули Валира, об этом вышло отдельное видео на моем канале, если не смотрел, то посмотри, а если не согласен с моим мнением, это нормально, вкусы бывают разные. 7 августа будет доступен новый облик на Тамуза, жидкий огонь, цена 599 алмазов, скидка первую неделю. А 5 августа введут коробку удачи, где можно будет выиграть облик Урануса, доминатора видеоигр, но коробка это недешево. Изменение героев. Наша Маша. Если герой тебе не знаком, посмотри обзор на моем канале. Первый навык. Длительность обезоруживания уменьшили с 3 до 2 секунд, а замедление до 1 секунды было 1,5. Второй навык. Немного уменьшили бонус к передвижению. Ульта. Уменьшили продолжительность замедления от ульты на первом и втором уровне. И главный нерф в пассивке. Силу ресайленса уменьшили с 80% до 60%. Показать не смогу, придется объяснить. Ресайленс сокращает негативные эффекты контроля вплоть до замедления, как заверили разработчики. Итого, если в третьей форме тебя станет Селена, то ты не стоишь 3 секунды оглушенный, а лишь 0,6. Так было ранее, теперь будешь стать 1,2 секунды. Итого, в совокупности, понерфив пассивку и первый навык, Маша становится не такой грозной для автоатакеров и контрольщиков. Это меня печалит. Бруно, реворкнутый, о нем я рассказывал в прошлом обновлении. Базовую атаку первого уровня увеличили до 140, а была 129, а прирост был 13,3, а будет 16,5 с каждым уровнем. Кроме того, при активации первого навыка не надо будет бегать к мячу Бруно, он будет прилетать ему под ноги. Лилия. Второй навык. Изменили расчет базового урона и взрыва, но не написали, какая формула была раньше. Сравнив урон, который сейчас, могу заявить, что первоначальный урон на старте будет чуть меньше, а взрыв апнули. В поздней игре она станет еще опаснее. Тигрил. Первый навык. Опять же изменили формулу КД, не написав, какая была раньше. Спасибо переводчикам с китайского на английский. Но, сравнив версии, выяснилось, что на старте КД меньше, а на 6 уровне, как прежде. Также уменьшили затраты маны для второго навыка на 20 единиц. Жрет теперь 90 маны на всех уровнях. Такой небольшой баф Тигрилу. Аргус. Опять Аргус. Второй навык. Увеличили базовый урон на 100 на всех уровнях, но уменьшили бонус к урону до 130, то есть предметы будут давать бонуса немного меньше. Оптимизировали эффекты. Люнокс. Второй навык. Темный снаряд. Уменьшили немного расстояние выстрела. Ангела. Исправили баг, когда первый навык не ускорял ее и союзника, на котором она сидит. Фаша. На тестовом ее убрали. Исправили баг, когда в ульте нельзя было вернуться на базу. Лолита. Теперь второй навык можно прервать, если Лолиту превращают во что-то или подкидывают в воздух. Хуфра. Исправили баг второго навыка, когда Хуфра умирал, а замедло от навыка все равно продолжало накладываться на противника. Минситар, Сабер, Лесли, Гатот и Ритель оптимизировали эффекты навыков. Ну а на этом все. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал и жми колокольчик. А также ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг!